Так, да что там творится? Да ебать твою мать, ебать, сука. Это было лучшее, что я слышал за последнее время. Как можно быть такой мелкой? Так, ребят, я здесь. Хорош. Делаешь что-то запретное? Опять я к одному, мужик, я к тебе, я к тебе обращаюсь. Делаю, братья. Делаете что-то запретное? Отбились от рук? Родителям с вами не совладать? Тогда вы пришли на правильный канал. Всем лучи добра, друзья. С вами Волкофрения и Пачуля. Поехали. А? А? Еще. Я недавно про рыцарей читал. Ты знаешь, что доспехи были такие тяжелые? И так как их было тяжело одевать, что приходилось даже нужду справлять как раз в них. Так что если ты будешь бегать медленно, я тебя пойму. А как это? Так. На мне. Да. Что это? Всем спасибо, друзья. Это был замечательно. С вами был Волкофрения и Пачуля. Всего доброго, пока. Пока. И убегаю. Да. Где же ты? Меня убили. Я чел просто сейчас расщепил. Так. Я же готовый шеи так. Полилось. Самый, да. Братюнь, ты? Да, ты, братюнь, все, спокойно, да? Разорался. По глупости, чуть не зарубил. Разорался, да? Пойдем. Дефит? Ну, я уже не вижу. Это ты чувствуешь? Это ты чувствуешь? Фак мой мозг просто. Ты факнул мой мозг. Это эпик был. Ай. О, ай. Мужик, пей. Давай, брат. Он меня просто закидал по ногам. This is Sparta! Пошел отсюда, мальчик, мешай. F10? Да. Я понял, F10 это самоубийство. Да, ты знаешь, я два раза уже убил себя. Ты видел, как разлетаются? Видел, мужик, два раза. Да. Монстр. Где вы? Где все? Они вдвоем против меня, давай! Ой, мужик! Своему в голову просто затылок кинул и так. Ну а мы с вами прощаемся, друзья. С вами был Волкофрения и Пачуля. До новых встреч, подписывайтесь на канал, конечно же, лайкайте и не отрубайте никому ничего. Пока.